Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2008 года выпуска. Двигатель 3 литра турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 148 тысяч километров. Заменю на нем лампочки подсветки номерного знака. На улице у нас сейчас грязно, поэтому автомобиль не мытый. Для удобства, чтобы снять плафоны, я снял рамку вместе с номером. Высоко поднимается, не видно. Опущу камеру и снизу подлезу. Здесь изнутри не надо, здесь снаружи. Достаточно открутить один саморез. Отвертку подобрал только вот такую, которая наиболее плотненько встает. И откручиваю саморез. Поддеваем плафон и снимаем. Протру его. Снимаем лампочку. Плафончик протер. Лампочку вот такую беру с обманкой и с радиатором. На 4, о, на 6 светодиодов. Вставляю ее. Поворачиваю вниз диодами, вверх радиатором. Оставляю, сейчас наживлю, проверяем. Как лампа полярность, чтобы соответствовала. Так, ну что? Контакты. Вот так вот светит лампочка. Меняю вторую. Все, заменил вторую лампу. Светят ярко, красиво. Уберу подсветку. Вот так вот смотрится подсветка номера. На этом все. Замену лампочек подсветки номера я закончил. Всего вам доброго.